Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня очередной обзорчик. Я не знаю, сам первый раз сейчас зайду в игру. Только запустил ее, скачал от IGG, Craft Legends. Идем, короче, в Warcraft. Не знаю, не Warcraft, а этот, как его там, Minecraft, в который там дети балдеют, залипают, эти кубики строят. В общем, поехали, посмотрим, что нам в этот раз приготовила IGG. Посмотрим, что за игра. Судя по всему, должна быть интересная. Так. Есть вот у нас создание пола. Давайте выберем. Ну, у нас гостевой пока пусть будет. Гостевой аккаунт. Потестируем его. Посмотрим, что же это такое. Что это за игра. Что здесь будет. Строить, не строить. Ну, создать. Я ж нажал создать. Создавайся. Походу очень долго думает, надо переустановить. О, будем божества, ребята, это просто жесть. Ничего себе, ничего себе. Тут, короче, сейчас будем походу воевать. Интересно, что будет за игра. Ну так с виду интересно или что-то. Вот они берут много проектов, но ни один до ума не доводят. Вот что самое печальное. Взять тот же самый Brawl Stars, намного меньше. О, ничего себе. Хватит толкаться. Бьорн Ялсон. Вот так вот. Ничего себе. Интересно, интересно. Забвена, ты проснулся, слава богам. Ну, конечно, я проснулся. Уже вечер. Ох, моя голова. А кто ты будешь? Я Забвена, я попала в плен, когда мой дирижабль разбился. Если бы лучше пытаться убежать. Ну, где ж ты в плену, если ты бегаешь? Я одна там, Бьорн. Что там, почему он в клетке, там абориген. Так, окей. Люблю я эти катсцены. Так, поехали. Извини. Увидела, короче, она качка и решила убежать с ним, ребятушки. Вот так вот. Так, для перемещения. Понятно. Так, окей, хорошо. Жизни вижу. Желудок. Жизни. Так, окей. Следую за Беной, чтобы выйти из темницы гоблинов. В общем, нас увезли гоблины. Так, дверь заперта. Вам требуется ключ. Разбудили мы гоблина. Длинноногий пытается бежать. О, черт, стражник. Что он бьет? За Бену не трогает. Переполошит весь лагерь. Ну, окей. Походу. Ух ты, ничего себе. Смотрите, как он двоечку прописывает. Конечно, плохо то, что надо настроить. Давай, чик. Давай еще двоечку. Вот так вот его. Ну, ради этого стоит, ребят, в эту игру поиграть. Так, неплохо, этот огненный шар, ты мах. В общем, это такая ролевая, я так понял, что бродилка. Я в такое, конечно, так, нажмите иконку, чтобы открыть тюремную дверь. Какую иконку? О, ничего себе. Ну, в общем, это на мобильном устройстве лучше всего играть. Так, где эта иконка? Ага, нужен ключ. Ладно. Побежали где-то. А, вот ключ. О, ничего себе, у нас меч появился. Теперь мы жесткие. Ну, не знаю, в такую игру интересно поиграть, я думаю, многим будет. Поэтому, если вам нравятся подобные игры и обзоры на них, пишите. Так, сумка, ключ. Можно поставить его, выделить сюда. Трофеи, оружие, инструменты, строительство. Оборудование, еда, прочее. В общем, куча разных итемов, как обычно. Куча подземелья. Получен. Можно даже продать и его не отпереть. Так, ну я ж подбежал сюда. Ну, я нашел ключ, и дальше что? Ничего себе, меч тут машет.
мастерить можно даже что-то. Ну ладно, мастерить мы пока ничего не будем. Нам бы хоть как-то его спасти, бедолагу. Нажмите на иконку, чтобы открыть тюремную дверь. Ну блин. Я ж нажал уже. Вот скажите, вот. Не перемещает нифига, ну вообще ничего не понятно. Давайте еще назад вернемся. Может, здесь он пригодится. Так, развалили. Короче, наверное, рано нам его еще выпускать. Побежали дальше. Так, тут нам придется как-то каким-то образом прыгнуть. Здесь глубоко перебраться на ту сторону. Понятно. Нашел эту кирку. Такую кирку. Земля прекрасна. Нам достаточно секунд, чтобы копать. Ничего себе. Ага, вот так вот. Давай я заставил. Короче, это игра для любителей, знаете, вот этого трешечка. Ну, это не моего вкуса игра, ну, я думаю, на досуге можно на параше поиграть. Я так очень часто делаю, когда хочется. Так. Ага, вот так вот. Ну, сейчас попробуем с ключиком обратно. Давайте вернемся, спасем того братана. Прыгнуть. Ускорения здесь нету. А, у нас уже нету даже ключика, да? Все понятно. Нам надо не этого, нам надо того большого гоблина убить. Мы сорокатан сделаем. Так, а ну давайте, оп, попробуем. Нет, так не получится, надо все-таки пиндить клавиши. Ну, я играю через эмулятор, у вас на мобильном должно быть попроще. Ой, чуть-чуть не туда. Это чувствую, у нас будет проблема. Так, надо сюда назначить какую-то клавишу. Сейчас, ребят, секунду. Space будет. А сюда мы сейчас поставим. А сюда поставим. Да. Так, отлично. Хотя бы так сможем. Вот, отлично. Ну, конечно, на мобильном попроще это все играть. О, вот этот злой, зеленый. Нифига себе, там еще какие-то узники убегают. Свежее мясо. Какое нафиг свежее мясо? Давайте воевать с ними. Вот так вот их. На! Смотрите, как его жестко. Только Аня нажимается. Поехали спасать девочку. Она его уже вжарила. Так, что мы тут получили? Куча разных ключей, куча всего. Ой, ну, короче, знаете, вот такая игра. Это прохождение пока непонятно. Сумка. Что они хотят, непонятно. Ладно, давайте пропустим эту инструкцию. Система игры уверена, что если что, потом посмотрим.
Интересно посмотреть сам геймплей, в чем он заключается вообще. Стоит ли вообще в эту дичь играть или нет? Craft Legend. Ну, может, что-то интересное, может, нет. Короче, мы пропустили все самое интересное. Вы сможете сами это поиграть, побегать. Мне интересно посмотреть просто, что же дальше будет. Какая система, какие прокачки, что здесь вообще есть. Стоит ли она вообще того? Так, ой-ой-ой, столько всего. Ого, блин. Так, что у нас тут есть интересного? Илка. Мы будем в безопасности, понятно, нужна древесина. Ну, пошли, детка. Я быстрее, чем она бегает. Ну, в общем, я так понял, тут куча фарма, куча всего. Где-то мы выбежали за какой-то шарик. Угу, значит, тут могут нас шатануть. Мы деревца срубаем. Уже сразу предлагается третий бонус за покупку. Ух ты, столько всего нападало нам. Так, ну мы это уже сделали. Level up. Короче, бегать. Понятно. Посадить. Можно и посадить. Так, давайте сообщество посмотрим. Я просто посмотрю интерфейс, а вы уже каждый, если вам это понравится, можете дальше поиграть. Мне интересно посмотреть вообще, что здесь делается интересного. Так, понятно, все. Это нам не интересно, Craft Legend. Хватает места в сумке. Донатить. Достижение, меркантильность. Первые шаги к мастерству. Процесс. Прогресс, точнее. Торговля. Игры какие-то, искатель приключений, сет-сити, понятно. Этапы есть, рейтинги есть, достижения. В общем, понятно все с этим. Смастерить сумка, извещение, это почта. Ну, мне кажется, с мобильного устройства будет интересный бонус за покупку, понятно все. Награды интервала. Это можно крутить. По бонусы какие-то получить. Ну, такое. Я не знаю. Я, честно говоря, не любитель таких игр, потому что здесь все. Давайте ставку увеличим. Здесь все. Такое, знаете. Чуть-чуть там. Чуть-чуть. Ну-ну-ну, дай куда. Отлично. Давайте ставку повысим. Максимальная троечка. Меркантильность получили вот так вот. 330. Короче, эта энергия восстанавливается, то есть можно в это играть. Интересно дойти до магазина. В общем, такая бродилка, прохождение, знаете, как многие игры. Возможно, дальше будет интересно. Пишите в комменты, кто уже играет в эту игру. Олово мы получили давно, чтобы мы просто люди понимали. Давайте даже автовращение. Автоизвращение. Олово, я так понял, здесь очень часто падает. Раньше никак остановить. А, можно. Ничего себе. Короче, получили мы кучу разных плюх. Все, на этом все закончилось. Не хватает вращения. Друзья, доп. Информация. Почта, помощь, настройки. Достижения. Ну, в достижениях мы уже были. Увеличить сумки. Мировой чат. Так, ну. Ну такое, короче, не знаю. А где же весь этот?
Магазин премиум. IGG. Кто-то на вас не похоже. Баланс игры, Craft Legend. Нечестная игра. Ну, где вы видели честную игру? О, вот зашли мы сразу же на рынок. Наборы. Ничего нет. Или есть? Не, есть наборы. Самоцветы давайте изначально. Ну, короче, все как всегда. 2800. Так. Набор легенд. Короче, разные фишки. Максимальная Z. Питомцы тут есть, я так понял. Понятно все. Набор голод. Передовой набор. Костюмчики. Пиратский набор. Короче, можно одевать своего персонажа. Это чисто такой визуальный характер. Набор улучшений. Короче, дофига всяких улучшений. Короче, куча всякой фигни. Рынок золотых монет. Здесь можно купить всякие ништяки. Короб 5 уровня. 100 тысяч, нифига себе. Вашим предметом в любое месте играю, как бы указано на карте. Короче, такое что-то непонятное. Самоцветы. Топ-10. Обычное строительство. Костюмы, прочее, понятно. Ну и давайте элитное это то же самое. Ну, в общем, вот так вот. В общем, не знаю, ребят. О, уже ночь настала, даже ночь есть. Так, это мы что, увеличили? Понятно. В общем, вот как-то так. Напишите в комментах, что вы думаете по поводу игры. Я не знаю, я в такое точно играть не буду, но кому-то такое интересное, поэтому пишите комменты, что вы думаете, возможно, кто-то будет играть или играет, тоже пишите. Всем удачи, всем пока.